Когда я услышал, что был использован для атаки на скрипача и его дочери новичок, я был шокирован. И я сразу почувствовал, что тут есть и моя доля в этом преступлении. The diplomatic row over the poisoning of a Russian ex-spy kept heating up today, as Britain's foreign secretary, Boris Johnson, pointed the finger right at Putin. We think it overwhelmingly likely that it was his decision to direct the use of a nerve agent on the streets of the UK, on the streets of Europe, for the first time since the Second World War. That is why we are at odds with Russia. The British government concluded Sergei Skripal and his daughter, who are both still hospitalized, were exposed to novichok, a toxin developed by the Soviet Union. One of the scientists who helped create novichok later became a whistleblower and fled to the US in 1992. He's been campaigning to get the chemical agent banned internationally ever since. Меня зовут доктор Вил Мирзаянов. Я участвовал во всех испытаниях нового отравляющего вещества под названием «Новичок», который 10 раз по меньшей мере сильнее, чем известные все отравляющие вещества в мире, поражает центральную нервную систему, отключает дыхание человека. Сначала начинается миоз, то есть сужение зрачков, которое, значит, приводит к тому, что свет не проникает в глаз человека, и рвота, и непрерывные конвульсии, не останавливаемые ничем. Наука для меня была такой большой загадкой, которой бы я мог бы попробовать себя. Поскольку я в школе учился отлично, имел право поступить в любой колледж, однако в один прекрасный день, марта 1953 года, меня вызвали КГБ. Я проработал Гаснёхт, который разрабатывает эти новые отравляющие вещества, 26 лет. Когда я услышал, что был использован для атаки на скрипача и его дочери новичок, я был шокирован. Агент новичок был разработан только в России. Поэтому в большой вероятности мы уверены, что за этим стоит только Россия. И я сразу почувствовал, что тут есть и моя доля в этом преступлении. Я полагаю, что это была открытая демонстрация, как какая судьба может ожидать потенциального оппонента Кремля на примере того, что, может быть, какой-то агент сбежал на Запад с документами об обязательстве сотрудничать с КГБ, например, Трамп. И теперь Путин решил его предупредить. Со временем каждый ученый, конечно, задается вопросом, для чего он вообще-то работает. Когда пришел заключение, что химическое оружие – это оружие массового уничтожения незащищенных людей, это меня подтачивало все время, эта мысль, что я участвую в преступном бизнесе.